Всех разморило от жары, в саду сейчас прохлада, но так кусают комары, что хоть беги из сада. Бежал утром на работу от комаров и вспомнилась строчка из детского стихотворения Агнии Барто. О том, как защититься от летних паразитов, говорим сегодня с врачом-натуротерапевтом Виктором Логвиновым. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Витальевич. Принцип натуротерапии в том, чтобы устранить причину болезни, а не снять ее симптомы. А как защититься от причины комаров-то? Из природных компонентов, ну, всем известно, мне приятнее всего гвоздика. Ну, сейчас чуть позже об этом поговорим. Вот такое ощущение, что насекомые научились адаптироваться к репеллентам, и никакие средства уже не помогают. А есть ли народные методы защиты? Ну, вот, народные методы защиты. Ну, я вырос в селе, мы тогда зажигали в ведрах компост, чтобы он окуривал участок и отпугивал. Можно пользоваться отварами, настоями и другими препаратами из лекарственных растений, которые легко можно найти в аптеке. Вот. А гвоздику можно в магазине найти, и базилик, и прочее, и эвкалипт, и прочее. То есть действительно вот гвоздика действует? Да, многие ароматические, в том числе вот анис вы называли. Вот. Ну, я предпочитаю гвоздику, есть даже для детей, для отпугивания комаров. Чаще всего препараты делают из даже промышленного производства, из гвоздики. Ну, а говорят, что отпугивают запахи валерианы и табачного дыма. Так ли это? Рекомендуете? Нет? Я бы не рекомендовал пользоваться особенно табачным дымом вообще никому, ни для какой цели. Даже отпугивать комаров? Даже отпугивать комаров. А валерианы? Валерианы – дело вкуса. Если вы, я не пробовал использовать валериану с этой целью, но тех, у кого это получается, могут. Ну, единственное, это менее, наверное, приятный запах, чем у гвоздики. А можно ли сделать в домашних условиях, например, какой-нибудь фумигатор, залить что-то? Совершенно верно. Хоть настой, хоть настойку названных лекарственных растений можно использовать. Ну, каким образом? Расскажите поподробнее вот процесс. Можно выпаривать. Пошел в аптеку, да. купил, принес. Да, либо настоял в кипятке, либо залил спиртом 70-градусным. И если заварил, то уже можно сразу использовать, а если настойку сделал на спирту, то через 5-7 дней она будет готова. Так, куда? 1 из 10. Куда ее нести? Можно выпаривать на любом маломальски нагревающем приборе. Ага. То есть из какой-то мелкой посуды. Ставим на плиту? Хоть на плиту, да, хоть... На солнце? На солнце. На солнечные лучи? Да, на веранде. И все, и без проблем их не будет? Ну, я думаю, совсем отсутствовать вряд ли будут. Какой-нибудь сальмонелла залетит? Да, но станет меньше. Станет меньше. Смазывать укусы чем рекомендуете? Вот хороший вопрос, я дам единственный правильный ответ. У меня, как и у большинства здоровых людей, не бывает реакции на укусы насекомых, даже пчел. Так. Если вот, комары и другие летающие насекомые, это хороший тест на уровень вашего здоровья. Если появляется какая-то на них реакция на укус, значит, вы не здоровы, значит, ваш организм сенсибилизирован, аллергически настроен. Нужно так, обратиться... Где комары, укусите меня, давайте посмотрим. Потом посмотрите, еще как. Еще насмотримся, да? Да. Значит, надо или обратиться или к опытному врачу-терапевту, или к натуротерапевту, как я, или к аллергологу. Ну, в принципе, много разных можно способов. То есть тут и подорожник, и лист березы подойдет. Ну да, вот действительно, пошли мы в поход, покусали комары. Можно даже жеванный просто. Негде заварить, пожевал и протер. И без проблем. Да. Исчезли. И слюна лечебная действует. Есть такое мнение, что комары боятся желтого цвета. Вот я как раз в желтом нарядился сегодня. Я думаю, что это миф. Это миф. Да. А не дальтоники. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор Витальевич. Итак, о том, как бороться с комарами, мы говорили с врачом-натуротерапевтом Виктором Логвиновым. Запасайтесь эвкалиптом и гвоздикой. Упрямый нрав у комара, но у меня упрямее все та же Агния Барто.